Привет, мои дорогие OGV люди Vice Crazy. Меня зовут Юля, я MCVP OGV, а значит, я ответственна за развитие продукта OGV на национальном уровне Vice Crazy. И я очень сильно рада представить вам наш новый National Education Cycle, наш новый NEC. Он состоит из трех частей, трех курсов. Первый курс, самый базовый, он называется OGV Basics, он подходит даже людям, которые только что пришли в организацию и в наш департамент, там есть все необходимые основы, он достаточно понятен, он для всех, то есть если вы забываете какие-то базовые вещи в том числе, или вам нужно вернуться или посмотреть, как можно профессионализировать те или иные вещи, то можно пользоваться этим, в том числе, в общем, и проект-менеджером, тим-лидером, и вице-президентом. Второй курс — это продажи. Там в том числе есть 9 уроков, из которых 3 только для проджект-менеджеров и вице-президентов, и остальные также для всех. Это просто рефреш тех знаний, которые у нас уже есть. Там есть не только курсы, которые веду я, да, не только те уроки, которые веду я, но и также несколько уроков с приглашенными ведущими, вот, и последний, третий курс в НЭКе, он только для вице-президентов, называется он VP Boost, там тоже 9 потрясающих уроков, 2 или 3 из которых мы прошли с вами вместе, то есть это записи наших вебинаров, которые каждый вице-президент уже видели, все остальные уроки — это абсолютно новые вещи, которые во многом затрагивают базовые темы, но на advanced уровне. Вот, поэтому я постаралась приготовить их совершенно новыми и уникальными, которых вы еще не видели, не слышали. То есть такую информацию, которая была бы полезна уже вице-президентам, которые работают для того, чтобы улучшить их перформанс, что-то переосмыслить. Да, там очень много пересмотренных форматов и пересмотренных знаний из других источников для того, чтобы мы с вами подсобрали побольше новой информации, которую еще пока не пустили в ход. Вот, также вы можете заметить, что после каждого урока, практически каждого, у вас есть ссылочка на чудесную папку, в которой вы найдете PDF-ку с презентацией, а также на большинстве уроков есть тестирование, которое вы можете пройти и сразу увидеть свои баллы. Я прям прошу вас это делать, потому что это позволяет понять, насколько даже базовую информацию вы усвоили. Вот, постаралась также сделать вопросы интересными и не совсем очевидными, иногда очевидными, потому что просто нужно закрепить какую-то базу, вот. Поэтому, да, welcome в курс, welcome в наши знания, проходите уроки, проходите тесты после уроков и вперед в работу. Я вас всех люблю, вы это знаете.